Всем привет, братья и сестры! Сегодня мы с вами поиграем с СТК, с самыми лучшими модами на данное оружие. То есть спустя время все именно играют с этими модами, а именно урон по торсу, отдача плюс темп стрельбы. Самые оптимальные моды. Я как-то снимал уже видос про СТК, но у меня там был уникальный мод, короче, на ваншот голову. Вот поэтому я как бы это оружие не особо распробовал. Особо точнее не распробовал. И сегодня мы покатаем именно с вот модами, которые метовые, с которыми играют все там топовые штурмовики и так далее. Броня, естественно, ребят, фулл варя, как обычно. Таурус, пистолетик. Вот, все остальное как бы по дефолту. Играем, естественно, на мастерах. Поэтому, ребят, всем приятного аппетита, хорошего настроения и приятного просмотра. Также не забывайте про прекраснейшую промо-страницу, благодаря авторизации или регистрации, по которой вы получаете донатные пушки, а также самый лучший скин Blackwood в игре. Ну а также новым пользователям бонус в размере 100% к первому пополнению счета. То есть закинули там косарь, получили не 2000 кредитов, а целых 4000 кредитов. В целом очень круто. Ссылка на промку в описании. Ну а всем приятного просмотра. Так, мосты. Кстати, мосты очень хорошая карта для штурмовика. Сейчас все прям активно играют именно в штурмовиков. Так, ложимся в пиксель, ребят, принимаем расстройки. Чекаем скалы правые, никого не видим. Блин, как же он жестко пилит. Блин, клянусь, первый раз с такая играю с этими модами. Чем, поставь два, два ставь, два иди ставь, два иди ставь, два иди ставь. Два ставь, иди, два. Ага. Хорошо. Так, давайте обойдем спину. И последний в арке или что? А это что, деточка? Не, ну слушайте, пока что-то слишком бово. Я вот клянусь, то есть я со стака вообще не играл. Вот сейчас что-то как-то она меня очень сильно поражает, насколько она жестко убивает, клянусь. Ой-ой! Я что-то думал, я его убил! Блин, как я не убился с меда, просто что за кринж? Это было жестко. Это было жестко. Не, это как это слишком имба, клянусь. 13 на 1 сыграл, хорошая катка в целом, гонок. Хорошо. Что это за молик? Я клянусь, я понял вообще, откуда он, что он. Они спрыгнули, они вниз сыграли вообще. Осторожно, граната! Что я выиграл? Просто жесть. Бомба взята. Хорошо, пойдет. Первый раз с нами. Это очень сильно радует. Пойдет. 2-3. Вот так откатка сейчас будет. Просто на хорошие типы. Ай. Канты убили, хорошо. Ай, какие же жесткие таперы на РМе обитают. Все, каждый тапает без шансов, просто жесть. Короче, сейчас будем принимать пуш колонну, не прямо за пуш колонну, становимся вот на бочечку, вот такой не дефолт. Я не понимаю, я даю open фраг, живу на первом, у меня тип 4 типа, умирает за миллисекунду. Ну что это за команда? Я просто не понимаю, клянусь. Так, опять мосты, сейчас надо опять хорошо сыграть. Наверное, самое первое, что я хочу сделать, это, естественно, зарашивать вверх тройки. Идем сюда. Право тройки 90, убили. Право тройки он пикает, зачем? Хорошо, просто соло, соло керим. Больной. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Опять, опять под гранатой на тройке умирает, я не понимаю. Нормально. Я хочу еще раз право скалы запушить, потому что они не поняли, откуда я пришел абсолютно.
А, он еще на ке был. Да, это, конечно, кринж я мог делать мозголом, я знаю, но очень хреново зажал по первому. Просто ужасно зажал. Медик, куда ты? Просто клатчер нереальный. 17 на 1 сыграл. Опять мосты. Просто, то есть я за двое... Я сыграл мосты, по-моему, 13 на 1, а сейчас 17 на 1. То есть я общий счет. Это 30 на 2. Неплохо. Что он мне попал? Прикиньте, заинжа пикнуть широку против штурмовика шприцом. Да, и вот так вот убить с оружием, которое не ваншотит в голову. Это лучший игрок, клянусь. Не, это дерьмо так спиливает, я не знаю, клянусь, я просто в шоке. Насколько же это дерьмо быстро спиливает, просто, я не знаю. Мне так горит, клянусь. Арка. А, кишка и обходка, кишка, да. кишка. И вот он, взрыв Антона Монтона, бам. Заходит один. Ну почему, ну что за липучка залетает, я не понимаю просто. Честно, легчайше для величайшего. Хорошо пойдет. Надо комбачить жестко прям. Граната! Осторожно, граната! Хорошо, 3-3. По итогу вышел в плюс. Пойдет. Надо заканчивать эту игру. Пойду пикать один, потому что двойку они четверка сходят очень медленно. Короче, нормально. Смотри, спину, плиз, у нас упор. А у меня не ваншот. Вот погода. 90. Попади все пули в дым, конечно. Пацан убил. Ты слева, да. Они оба слева. Мы уничтожили отряд, правда? Ух, потно, 5-4, надо заканчивать эту игру, я уже устал жестко. Блин, опять мосты, да что ж такое? Опять что играть себе на единичку? Пойдем пацан сыграем, всегда. Чуть захалдимся. Да. Трех один раз. Пойдет, просто правда? Изи раунд, изи. Победа за нами. Не, что пишет, не убегай, проверочное слово биг, все понял. Биг, а слово большое, по-английски, я понял, грузов нет. Какой же я мусор мост. Не, ну в целом попасть последней пули в спину — это мое. Это вот реально моя стихия, я считаю, не? Если в голову попал медику, это было бы жестко. Но 90 дал, уже я молодец, я считаю. Блин, ну как же это дерьмо убивает жестко в тело, это просто охереть, такой нубозажим, просто жесть. Вот честно, я вообще не понимаю, в чем интерес играть с этой пушкой, ну прям вот, то есть ноль, вот реально ноль, я больше не возьму, мне кажется, вообще никогда на РМ. Только если фармить как бы лигу, да, а так, не знаю. Блин, еще по шприцом по тебе просто медик упор не шотит. А 90 у вас короткая. Резает 30-х мост. Не знаю, просто ты выходишь, прожимаешь шприц, у тебя нереальный ТТК, тебя не шотит медик, и ты еще его за секунду убиваешь упор. То есть это какая-то, ну, прям просто странная тема, клянусь. Меня напрягает на самом деле. Не, мой труп и мейн. Мой труп слева и мейн еще. Кидаю гранату! Спасибо тебе. Граната! По-любому тут слева нет, сидит будто бы у смока, не? Мы выиграли. Прочитал, что он лежит, абсолютно прочитал. Кидаю!
Ну, попади аэрошот в пиксели, как... ну, попади, конечно. Чел 1.7 играет и такое попадает. 1.7 чел играет и такое попадает. Я не знаю, это гений, это лучший игрок в профессии, я не знаю, честно. Какой вердикт? СТК имба, я вообще в шоке. То есть я вот сейчас, чтобы она реально с СТК играла первый раз с такими модами, это просто супер имбища, ноль интереса играть абсолютно. Короче, оружие просто для тех, кто хочет просто как-то убивать и типа не тренироваться особо и так далее. Короче, ноль кайфа лично для меня, так пушка очень, ну, очень бодрая. То есть я думаю, что ромик еще в мете будет очень и очень долго. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу СТК. На самом деле я Антоша, всем пока.